Друзья, и снова всем большой привет. С вами снова я и та же самая игра. Итак, у нас по планам сегодня быстренько с утречка вкачнуть газы и побежать долбить дерево. Классно, да? Классный план. Вдолбить газы, вдолбить дерево. Нам что нужно? Нам надо сейчас качнуть 14, но уже меньше 2, да? 12. 12 вкачнуть, чтобы вот этот фабрикатор сделать. В чем проблема? Без этого фабрикатора мы не сможем сделать проволоку. Без проволоки не сможем сделать лабораторию. Без лаборатории какую-либо машинку. Ну и без машинки мы плохо передвигаемся по миру. И, соответственно, мы затормаживаемся. Соответственно, вот это дерево дает нам долбилово, чтобы мы качали вот это сцейнс. Ну и, собственно, газы. А газы нам нужны для всего-всего-всего. И нам нужен зеленый. И, если я не ошибаюсь, желтый. Так, а ты зелененький, да? Зелененький он был. Нужен. Потому что из тебя вроде бы делается резинка. К тому же газами мы тоже вроде как сенс повышаем. Так. Сейчас еще одну. Вот еще одна. Классно, да, газами качаться? Газами очень классно. Так, и четверочку мы потратим на желтенький. Гидразин. Кстати, вот здесь я опять раздолбаю. Видите, каждый день оно обновляется. Что, в принципе, всегда у тебя будет что-то. Что-то будет. Идем вниз. И к тому же у нас уже 4, а значит осталось 10. Сейчас мы 3 вкачаем бака. Я думаю, мы еще парочку поднимем. И будет 8. Ну и там... Какой еще... Сюрприз. Нет, сюрприз там не надо. Вот видите, я колючку не заметил. Так, желтый, я к тебе. Колючка опасная. Так, желтый ведь. Теперь желтый. А, тут еще даже 4. Так. Еще одна готова. Сейчас, может, даже больше поднимем. 20, 36. Еще одну подняли. Уже половину прокачали. И сейчас еще одну поднимем. Отлично. Все, мы обеспечили себя пластмасской. Здесь у нас 10, мы копим на турельку. Здесь у нас 7, а нам надо 12. Пойдем подолбим дерево. Можно, конечно, не обязательно дерево, можно кустики вот эти. Для разнообразия. Кстати, вот эти штуки тоже нужны. Вот эти колючки я еще не понял, для чего они. Но, кстати, вот этими можно себе бандажики делать. И тоже неплохо качаемся. Так, иди сюда. И еще к тому же их кушать можно. Но на дереве быстрее все равно. На дереве прям ух-ух-ух-ух и все. Что, погнали дерево подолбим. Сколько там у нас? 8. Это мало. Надо чуть побольше. Так, давай. Вот эти кушать нельзя. Отнимается. Но из них бандажики делаются. Я уж понял, что из них делается. Вот эти и плюс трава. Делаются бандажики. Я так понял, что аналог этой самой изоленты. Не скотча, а именно изоленты. Так, опа. Так, кто-то к нам пришел. Ну-ка. Кстати, вот этот опасный чебурек. Смотри, какой шустрый ты, ёпт. Иди-ка сюда. Смотри, какой шустряк. Он, кстати, нам может спокойно продырявить скафандр.
Иди сюда. Маленький, смотри, какой, а шустрый. Смотри, круги начесывает. А ну-ка, стоять. Ну, испугался, и ладно. Черт с тобой. Буду я за тобой, понимаешь ли, бегать. Во, сломал. Но он сам придет, если что. Так. Кстати, а что если я буду просто тут стоять? А, я могу и здесь стоять. Я могу долбить снизу. Единственное, что долбить снизу опасно, могут прибежать вот эти шмакодявки, да? Поэтому я буду долбить сверху. Кто не знает, это лайфхак, просто вообще от страйкса. Это самый легкий способ. Ну, не самый легкий способ, наверное. Самый легкий на все-таки вот этими баллонами качаться. Но, тем не менее, качает 11 нам еще один раз. Еще один раз, все, хорош. Он, видишь, прибежал. А я бы стоял внизу, он бы меня напал бы на меня. Так, смотрите. Уровень, кстати, скоро. Вкачиваем мы вот эту штуку. Наконец-то. А, 14, да. Слушай, надо еще 2. Что-то я думал 12. Был у меня маленький этот молоточек, я его весь стесал. И вот большой, это уже второй, потому что тот я тоже весь стесал. Не на запись, стоял, долбил это дерево. Вот этой коры нафигачил, я не знаю сколько, поэтому я буду тупо ее дропать. Она мне нафиг не нужна. Все, 14 есть. Качаем вот эту штуку, и у нас, кстати, практически вот этот номент. Короче, дом будем делать. Здесь у нас все хорошо. Дальше мы пойдем вот сюда, и в батарейку, и сюда, и вот сюда. Ну, короче, потихонечку. А здесь мы вот это купим. У нас пока десятка. Кубики надо собирать. Камушки, точнее. Вот это так я и не понял, из чего у нас. Но я думаю, что из баночки, если баночку мы... Так, ну и погнали. Погнали потихонечку. О, вкачал 11, да? Вкачал 11. Сейчас посмотрим, если у нас получится. Я бы мог бы стенку, конечно, уже из этих, из кирпичей целую сделать. Причем, по-моему, при постройке тоже вот эта наука качается. Так что можно было бы и так прокачать. Ну ладно, мы на этих самых неплохо растем. Так, что-то я не туда пошел, нам немножко правее. Мне вот сюда. Я уже выучил, где я живу. Сейчас такой раз и не туда прибежал, да? Да не, нормально все. Так, это все забираем. Кстати, это тоже качает нас. Нас все качает. Все, что не делается, все к лучшему. Так. И вот за вот этой пипкой мы живем. Но я хотел полутать электронику, а ее, оказывается, и нету. Хотел пополутать ее, в смысле, где наш шаттл первый упал. А он, получается, исчезает, что ли? Но я, по крайней мере, его не нашел. И был огорчен. Потому что я думаю, сейчас прибегу туда, он обнулился. Я там быстро все залутаю. Ага, хер там. Не дали мне, кстати. Железо мне надо. Железо утекает с огромной скоростью. Потому что из него делаешь сталь. А сталь нужна на стенке в бешеном количестве. В принципе... Здесь все ресурсы, они достаточно быстро улетают. Жих, вот это можно тоже все пособирать. Так, кто там пришел к нам? Шмакодявка пришла. Получи! Вот он мне взял, батл страфл сделал. Так, смогу я залечиться? Вот это я, кстати, хотел попробовать. Да, точно. Теперь гораздо все проще, не обязательно делать эти лейкопласты, все эти пенопласты.
все гораздо проще. Можно делать аналоги. Мне это радует. Так. Ну что ж, давай закидывать. Это мое. Теперь. Железо. Магний. Алюминий. Так, потихонечку закинем это все сюда. О, проволока откуда не возьмись. Откуда не возьмись, взялась проволока. И пойдемте мы наверх. Я думаю, робот какой-то. Кстати, здесь есть можно робота сделать, и я так и не понял, робот это я в робота сажусь, или робот просто меня будет охранять. Вот если я в него сажусь, это будет круто. Так, я смогу сделать сейчас вот это. Только мне надо... Мне надо этот самый, как его? Карбон. Карбон, карбон, ты где карбон? Смотрите. Так, что я хотел? Сначала нам надо посмотреть, сколько нам надо на вот эту штуку. Два пластика, алюминий, стекло, сталь. Два пластика, алюминий, стекло, сталь. Так, давайся. Пластик, стекло. Так, это сюда пойдет. Сталь. Сталь 50. Нифига себе, живем. Нормально. Вот, смотри, сколько этих. Ну, правильно, дерево я там долбил 3 дня, наверное, игровых. Так, теперь пойдем внутрь и поставим ее. Хоп. Так, дезинфицируй меня. Отлично. Теперь надо посерединке сделать. Ага. Алюминий-то я не взял. Молодец. И надо большую солнечную панель поставить, иначе это у нас уже не вытягивает. Карбон надо было еще взять. Вот. И... алюминий. Так, и чтобы я пока не забыл, давай я загружу поесть, пока у нас не готов этот самый домашний вариант кухни. А я его уже вкачал, надо будет дома поставить тоже кухню, чтобы меня здесь не бегать. Мы можем зайти в одну структурку, и у нас здесь все, и поесть, и приготовить, и там... все сделать вообще. Так, могу вот эту штуку сделать, хоп, и она единственная, она только вот здесь, поэтому в принципе тут без вариантов. Хопочки. И если я все правильно посмотрел по Википедии, смотри как классно, датчик движения, что ли, тут у нас свет, смотри как ушел, он потух, он делает проволока, точно, проволока. Все про все плюс проволока. То есть он такой более продвинутый тип. Что надо для проволока? А нам надо ее 10 штук. И у нас там есть 4, значит 6. 6 проволоки. Нужен купер, нужен золото. Золото купер. Так, стой. Еду я хотел кинуть вот сюда. Вот это я тоже сюда. И вот это, наверное, тоже сюда кину. Еда проволока. Еда проволока. Мне нужно золото. Золота мало, правда. И что там еще надо было? Что-то с памятью моей дяди Миша. Так, здесь я все заплавил. Если там что-то еще наберется, и, естественно, мы будем опять плавить, но пока что так. Пока в таком варианте. А, вот золото, кстати, можно одну, наверное, сплавить.
А, Купер, по-моему, да? Купер. Купер-шмупер. А ну-ка. Золото Купер. Сейчас скажете, Купера нет, да? Купер есть, но его мало. Как обычно, Купер ни хера нет. Так, сразу заберу Титан. Сразу заберу вот это. Вот это, вот это, вот это. Металл, алюминий. Чтобы, если что, на все хватало. Так, и возьмем сразу же отсюда. В общем, сразу берем все, что надо. Берем электронику. И вот это, чтобы я сразу видел, сколько у нас всего. Как-то так. Погнали мы. Трам-пам-пам-пам-пам. О, на батарею хватает. На вот эту штуку хватает. Но нам пока не до этого. Нам надо, знаете что? Вот это. А здесь нам не хватает ровно 6 проволоки. Все остальное хватает. Блин, и золота может не хватить. Вот, 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 вот. Но я знаю, где она находится, поэтому, если что, мы туда прибежим. Придется все-таки, наверное, сбегать еще. Что-то мне подсказывает. А он еще и по одной. Хотя нет, хватит. 1, 2, 3, 4. Ой, здесь еще и вот эти можно делать. В принципе, все норм. И бандажики также тут делаются. Из пластика, правда. Ну, там они тоже из пластика делаются. Так, 8. В смысле, больше не могу. А, у нас рубер закончился. Ну, погнали рубер. Рубернем. Ну, рубернем это мы только здесь. Рубернем. Это значит, надо нам сколько еще? Вот это тоже надо делать. Оставить бы. Давай парочку. Нам бы пластика просто еще, чтобы хватило. Можно медик сделать. А из чего он? А, понятно. Так, и давай посмотрим, сколько там пластика на эту фигню надо, чтобы нам хватило просто. А, он сюда и не нужен. Значит, можно смело. Сейчас, в общем, на что хватит, на что хватит. Нам надо туннель один проложить здесь. И поставить вот эту, где машинки у нас будут. Но там надо подумать так интересно, что... Все, у нас как раз две. И 25 остается, а нам надо 20 золота. Все, у нас все хватает. Я больше всего боялся за золото. А у нас, оказывается, нормально все. Так. Вопрос только другой. Где его поставить? В принципе, у нас вот отсюда никуда ничего не идет. Поэтому вот здесь можно и поставить. Сразу, чтоб приехал такой весь. Хватат, хватат. Ой, это был большой фриз. Был большой фриз. Фристайл. О, отлично. Отлично. Если я сюда сделаю... В принципе, можно прям хоть вот туточки его сделать. Ну, да, наверное, тут. Потому что в эту сторону мы не пойдем, но расширяться будем во все стороны. Во все тяжкие. Но вы не думайте, он у нас еще не готов. Нам надо еще херово тучи сюда Купера впендюрить, чтобы все это, все стенки заделать. Поэтому это как бы только каркасина. Все. Жух. Та-дам. Что там качнулось у нас? На 33. На 33. По-моему, кто-то пришел к нам сразу. Вот если сейчас будут сюда жуки приходить,
Я просто охренею. Так, пока не работает, да? Надо заделать. Ой, слушай, у нас хватает. Купер, правда, на троечку. Ладно, делаем. Приоритет. Сколько тут? По три стены. На одну стенку не хватит. Так, значит... Ну, купера нам хватит. Стали. Стали не хватило. Сталина не хватило. Чуть-чуть больше Сталина. А Сталина мы делаем вот этим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Сейчас, ребят, сейчас только транспорт какой-нибудь сделан, а мы сможем уже сделать что-нибудь такое этакое. Здесь у нас двоечка, здесь надо уже нам... Так, я хотел вкачаться, меня отвлекли. Я хотел здесь либо вот этот ховер делаем, да? Но он просто катается. Либо делаем вот этот, за тридцаточку. Он у нас уже с пушкой. Вот это уже серьезная тема. Но сюда много ингредиентов влезает. Роверс. Естественно, это самолетики. Это просто кататься, да? Этот без пушки. Но он просто быстро едет. И, по-моему, он летает. То есть он такой воздушно. Ну, в общем, как в этих самых. В Imperium Galactics. А этот просто катается. То есть этот будет тупить по барханам, а этот, по идее, может пролетать. Ну, посмотрим. А это получается тоже как транспорт. Танк. Или он нас охраняет, непонятно. Короче, делаем, наверное, вот этот. Я хочу мстить всем. Я не уверен, правда, что он... Сразу мы его построим, но, в общем, качаем. Так, а турельки, турельки, морельки. Скоро будут к нам враги. Это надо еще шестерочку. Семь минут. Так, ну что, у нас еще одна структурка, ребят. Так, я сталь не забрал. Пойдем сделаем, если у нас будет готово, то будем смотреть, сколько уже там остается по... По ресурсам копить на транспорт, потому что транспорт тащит. Ой, слушай, надо больше, больше металла. Надо еще двадцаточку. 20 стали. Стали много уходит, кстати. Кто там? Шмакодявка опять пришла. Ну, пойдем ее накажем. Ты что думал? Ко мне домой? Ой, я какую-то новую штуку. Я такую еще не отбирал. Это какая-то слюна динозавра. В общем, новая хрень. Так, это вот нафиг отсюда. Итак, это мы потом соберем себе крабика. Но крабика надо еще вкачать. Потому что крабик у нас не вкачан. Так, меня отвлекли. Я хотел сделать Сталина. Так, это надо, значит, еще 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И у нас алюминий кончается, да? Но алюминий вроде как у нас есть. Слушайте, все ресурсы ушли. Я думал, что больше... Больше надо будет. Точнее, меньше. Железа мало осталось. Так, еще 6. И мы сможем заделать. И сможем сделать транспорт. Но... Транспорт, скорее всего, мы не сможем сделать, потому что туда нужна вот эта электроника, батарейки всякие, пластик и эти, как его,
В любом случае, провода туда нужны. Это прям точно. Гадалки не ходи, провода нужны. Вангую. Все, нам самое главное Купера хватило. Все, у нас готов цех. По сборке всякой фигни. И давай посмотрим, что у нас есть. Это у нас ровер байк. Ховер байк, точнее. Не хватает проводов. Это у нас гав. Классная тема. Диамонт у нас, по-моему, там есть. Слушай, а нам не хватает-то совсем чуток. Ага, чуток. Лития не хватает. Самое главное это. Провода я сделать могу. Сталь я 20 сделать смогу. Рубер тоже. Диамонт у нас какой-то там был. Сколько-то. И, в принципе, все норм. Вот это вообще тема машина. Чуточку полегче, наверное. О, робот какой. Так, это у нас самолетик. Самолетик классный. Самолетик межгалактический. Блин, можно на нем на другую планету улететь. Но я, опять же, не знаю, как здесь оно по топливу. Нужно ли здесь какое-то топливо ему или нет? Или пока не нужно? То есть потом будет нужно, пока не нужно. Вот это я не знаю. Потому что никогда не делал. Точнее, делал, но там, по-моему, топлива не надо было. Так, и вот это вот наш дрон. Помощник, но пока что нам вот эти... Эти штуки, я знаю, что они выпадают иногда с метеоритов, если под и где-то в каких-то на других астероидах. То есть у нас такого нет. И можно сделать вот эту штуку. Но она у нас не прокачана. И опять же проволока нужна. Все детальки у нас есть. Просто я не с собой. Это самое легкое. Так, значит... 5 кристалла. 5 алмазов. Сталь 20. И литий. А вот литий надо за литием куда-то шнякать. Без лития, короче, вообще ничего не построить. Нужно 5 проволоки, 12 руберов, 20 стали. 5 проволоки, стали. Так, ну, наверное, сталь на всю. Сталь. Проволока у нас там вообще как? Там нужна резинка. Резина, резина. Пластик я там не видел. Значит, будем резину делать. Ага, у нас резину-то особо и не сделаешь. Давай пластик поделаем, что ли. Сейчас мы газов еще наберем. В принципе, баллон-то остаются. Сейчас мы быстренько газы сделаем. Заодно прокачаемся еще больше. Так. Нормально так строимся потихонечку. Считай, целый цех построили за раз. Так, здесь у нас что? Железо идет. 20 готово. Конечно, намного проволоки нам надо... Да ёпа, раз это... Нам надо 5. Нам надо, хватит только на 2, наверное. Вообще ни на одну не хватит. А, ну правильно, Купера-то нет. Все, сейчас идем за Купером. И газы набираем. Зелененькие и желтенькие. И обязательно делаем вот это. Золото заодно. Ну, как раз у нас купер золото в одном кирпиче добывается. В общем, идем за новыми ресурсами и за газами. Иначе нам никак. Кирка у нас есть. В принципе, норм. Можно мину сделать, прикинь. Но я не буду. Это уж прям совсем такое жиробесивство. Возможно, когда-нибудь они нам и пригодятся. Так, что сюда поставить?
Нет, пока сюда ничего не будем делать. Сохранюсь. Пойду я выкину вот это все. Вот у нас все и кончилось, ребят. Практически. Считаю, что вот этого нет. Обычные материалы тоже надо набирать. Хоп. Все, у нас остались газы, баллоны, и мы бежим за газами и за ресурсами новыми. Погнали. Иначе мы не построим эту машинку. А, и надо было, я забыл посмотреть. Кто-то играет в Counter-Strike, ты смотри-ка. Я забыл посмотреть, сколько у нас там диамонда. Ну, в общем, кристаллик-то я там еще, может, и найду. Точнее, я находил где-то. В пещерах там или где-то еще. Так, у нас, по-моему, вон тот кирпич. Можно сейчас бегать опять к вон той скале и пробежать туда, в этот, в пещеру. Но, ребят, это уже придется делать не на запись. Объясню почему. Какая-то лажа с вот этим бункером. Как только я туда захожу, через какое-то время OBS вырубает запись. И вот у меня уже какая серия, получается, срывается из-за того, что я туда захожу. Поэтому у нас немного перескоки. Так, ну сейчас мы золото Купер наберем, в принципе. Кто там пришел к нам такой веселый? Тыры-тыры-тын, тыры-тыры-тын, тыры-тыры-тын. Ой, воюем, воюем, воюем. Иди сюда, шмакодявка. Че, не можешь запрыгнуть? Вот я тебя и обхитрил. Давай, давай. Бейся об стенку. Так, мясо мое. Не видно его нифига, ребят. Все, я знаю теперь, как ремонтировать нубским способом. В принципе, этого хватает. Так, ресурсы здесь есть. Где они вот эти? Купер, титан, золото. Все, нам хватает. Нам сейчас и на стенку хватит. И на все про все. Заодно мы качаемся. Так, это тоже, по-моему, новое. Да. Так, и вот это. Титан. Долби титан называется. Метеорит. Можешь, конечно, метеорит посмотреть, что там упало. Вдруг там вот этот вот синенький кристаллик. Где вот он? Пока не видно, да? А, во-во-во, катится, катится. Вот, он и есть, вот этот. Как его? А, нет, это что, алюминий катился? Ёпарсоте, я думал, что-то такое богатое. Блестящее, а это какой-то алюминий. Да ничего не упало. Ладно. Ну, ресурсов мы набрали. Что еще? Сейчас за газами побежим. Все, побежали. Значит, нам нужно желтенький. Желтенький. И... Так, вот это нам тоже надо. Во, диамант нашел. Понял, да, где он? Он иногда попадается. Так, буду знать, что вот этот кирпич, в принципе, норм. Возле дерева вот этого. Так, а где газы? Газы, газы. Где-то тут были газы.
Сейчас наберем, и у нас будет полный набор. Если... Тихо! О, видал, как я в полете. Если справимся, то у нас будет этот ровер-ховер, который с пушкой. Я хочу сразу с пушкой сделать, потому что он такой помощнее. Я имею в виду, что он нас защитит. Я бы тогда всем обидчикам тут отомстил. Так, ну вот. Хотя бы так. Так, у меня уже большой перегруз. Но ничего не могу поделать. Такс, набираем газулю. Хорошо, что здесь уровень качается, в принципе, всегда одинаково. То есть на уровень нужно тупо соточку. И оно всегда одинаково подбирается. Тебе не надо с каждым разом все труднее и труднее, как там в ММОшках во всяких. Так, и, наверное, надо еще зелененького поднабрать. Но я вот этого больше наберу, он всегда нужен. Так, а где у нас зеленый? Вон он зеленый. Это белый. А вон зеленый. Тихо, тихо, дыши ровно. Такой, как будто это, на работу едет. Такой, по своим делам, да? Прокатилась Чебурашка. Так, вон там тоже зеленый, кстати. Так что пойдем сразу ближе к дому. Ближе к дому. Ресурсов набрали, набрали. Газа набрали, набрали. Сейчас только поднимемся. Когда будет транспорт, будет все веселее. Сможем кататься, пушкой отстреливаться и добывать ресурс, который нам нравится. И все. А потом уже потихонечку сделаем новый себе самолетик. И полетим на какую-нибудь другую планету, посмотрим, что там. Вроде как планет-то несколько. Может, там еще что есть? Ну, я буду надеяться, что с обновлением они не сломают сохранение. И все будет работать. И мы сможем дальше развиваться в этой игре. Так, все, погнали. Мы все сделали. Мы молодцы. Где-то туточки мой дом. Во. Во, уже похоже что-то на такую базу, да? И по карте уже такой жирненький, красенький. Единственное, защиты нет. Вот это, конечно, да. Но это нам надо ставить где-нибудь вот здесь. И турельки. Нам хотя бы одну сейчас прокачать. Кстати, сколько у нас тут еще? 14. Так, два есть. Давай на бег. Пока что мы бегаем. Здесь у нас что идет? Восьмерочка. Куда мы там шли? 14. 4. 8. Никуда. 10 еще немножко. Да, 4 осталось. И 15 здесь уже можно вот эти качать. В принципе, стенки. Время пришло. Время стенок пришло. Так, пойдем сразу залезем, сделаем себе резинку. Так. Ага, сделал. Вот почему я, кстати, и хотел все вниз, да? Потому что удобно. И, кстати,
Единственное, надо было чуть-чуть повыше сделать. Хотя куда уже выше, и так запрыгиваем. Чтобы я проходил полностью насквозь. Так, давай золото. Купер. О, купера хотя бы немножко поднабрали. Вот титан хорошо вообще лупится. Все. И еда пока. Нифига я быстро бегаю. Покушаем. Все нормально, разобрались мы, как тут выживать. Так, пойдем вниз теперь. Заходим сюда. Нифига ты вообще резвый. Так, вот это. Я не помню, сколько надо. Наверное, на всю надо зафигачить. А у нас и много и не получилось. Зелененького не хватило. Пластик можно еще. Так, что-то падает. Или это просто песчаная буря? Так, ну на что-то там нам хватит. Где у нас оно было? Вот здесь. Блин, как же неудобно брать-то. Да ёпарасоте. А, вот оно зелененькое было. А теперь желтого не хватает, ну ладно. Да, блин. Вот это плохо, конечно, сделано. Что надо под определенным углом только скакать. Так, здесь забираем, 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 забираем. Еще что-нибудь придумаем из этого всего. Так, ну вроде все забрал, все, что надо. Так, вот это еще. Сталь есть 20, надо, конечно, побольше ее. Так, что у нас там качается-то? 12, 8, 14. Нет, пока что ничего. Ничего мы не сможем сделать. Пойдем. Посмотрим, сколько у нас надо. А, еще. Самое главное, это не посмотрел. Вот, у нас есть вот эта штука, литий. У нас есть вот это. И... А давай, наверное, вот это все заберем. Чтобы я, если что-то мог сделать, я доделал. Во. Ну вот. Кстати, больше, что ли, вот этих сделать баррелов? Чтоб прям вообще штук 50 пошел, ты набрал этих баллонов, принес и сделал все, что надо. Так, еще два. Все, мы сделали все. У нас теперь больше нету ничего.
Так, остальные сюда. Вот у нас диамант есть 10. И там, по-моему, его сколько-то примерно столько и надо. Не больше. Это у нас всякие запчасти от этих, от животных. Пойдем посмотрим. Так. О! Ховербайк почти готов. 2 лития. Я знаю, где литий есть. Это в пещере, но это надо идти не на запись, иначе выключится запись. И 5 этих. Здесь у нас что? О, машинка. Рубера. Короче, нам надо еще немножко газов. 5 проволоки. В общем, все упирается в резину. Литий. Здесь им надо аж 15. Блин, лития надо дофига. Но литий надо именно где-то вот в пещерах, наверное, искать. Я не знаю, где еще можно найти литий. Может, на других странах, этих странах, блин, на других планетах. Короче, сейчас сделаю проволоку, насколько смогу. Потом иду опять не на запись. Добываю газы, чтобы делать много резины. Много резины, много, соответственно, проволоки. И останется нам только литий. А за литием мы уже с вами побежим. Все остальное нам хватает. Здесь еще больше даже. Здесь, кстати, легче. А, нет, нифига, литий надо больше. Робот здесь вообще непонятно что. А вот самолетик, кстати, вполне себе реально построить. Очень даже вполне реально. 10 проволоки. Это нужно только резину. Чуть ток электроники, это тоже, по-моему, надо какую-то фигню. И стекло. Стекло можно сделать. Накопать. Песка и все. Самолетик будет у нас уже. И мы сможем перемещаться. Самолетик еще проще. Высадился куда надо. Так, ну пойдем, я посмотрю, сколько я смогу проволоки сделать все-таки. Я думаю, что парочку смогу сделать. Нам надо 10, да? Где-то 5, где-то 10. В общем, пока что все очень много надо. Больше ресурсов. Такс. Ну да, чуток смогу. 4 штуки. А электронику... Электроник тоже смогу. Литий. Но литий тратить не могу, потому что всего лишь одну штучку сделаю. Короче, все упирается в литий. Литий достаточно такой... Пока что. Ресурс недоступный для нас. Как-то так. Пока что мы живем. Что-нибудь тут могу сделать? Для дома, для семьи. Могу вот этот Oxygen сделать. Могу вот это сделать. Компьютерная фигня. Могу, в принципе, сделать вот это. Для этого не особо ничего не надо. Сталь фигня, пластик фигня. Давай сделаем. И дальше пойдем уже строить бараки наши. Кстати, сколько там на барак-то надо? А, ну чуть больше просто пластика 20. Резина, пластик, сталь. И все, и можно делать барак. Хотя непонятно, для чего вот эту фигню надо делать. О, кстати, мы же ее прокачали, что я туплю-то. Вот в чем надо делать. Больше пластика на 3 штуки. 3 пластика надо, значит, надо еще за газами в любом случае идти. Покопаю я песочек, сделаю глаз, и руберы тоже надо газы. В общем, сейчас за газовыми штуками идем, и пока что вот эту зафигачим, чтобы нам проход-то нужен, иначе как мы. Во, вот здесь мы будем делать. Это правильно, я смогу и сюда пойти. Бабах. О, какая штука. А ты думал? Кстати, почему она у нас?
Не вся такая. До пола. Она же вроде как до пола шла, нет? Все, она полностью готова. Здесь же не надо делать. А, он наверху надо делать. Ну ладно, это мы потом, когда зайдем, будем делать. Ну, в общем, мы дальше пошли строиться. Стройка продолжается, ребята. Здесь у нас все хорошо. Надо просто больше, больше всего, всего, всего. Пока что я все выкину сюда, наверное. Некогда все это барахло разгребать по отсекам. Пойду сейчас я за газами. Сталь, купер, титан. Сталь, купер, титан. Надо чуть больше баллонов просто. Иначе это долгая песня. Ну, хотя бы вот так. Все. Сейчас будет еще 4 баллона у нас. Сможем заправиться, так заправиться. Где у нас баллоны? Так, у нас вот эти остались, и это, в принципе, норм. Вот это только можно дозарядить. Потому что он у нас наполовинку. Ой, подожди, вот это полный. Дозарядить его желтеньким. Жалко, что я вот туда не могу вкачать. Слушай, а я... Непонятно пока. Ладненько. Это что за... Что за пыль такая осевшая? Ладненько, все, на этом я серию заканчиваю. В следующей серии мы продолжим. Я не на запись покопаю песочек, добываю все эти ресурсы, чтобы мы дальше смогли строить. Так что приходим на следующую серию, смотрим. Подписываемся на канал, ставим лайк, комментируем. В общем, все делаем, как обычно. До новых встреч, пока-пока.